Пройдемся по саду, огороду и позавтракаем. Чем Бог послал? А что нам Бог послал? Поспели абрикосы. Вот она какая аппетитная веточка. Вон они абрикоски. О, тут их сколько лежит. Не успеваем поедать. Зреют яблочки. В случае чего полынь. Можно паразитов погонять. Я не садовник, так растут, покупаем. Итак, это не успело, это не успело. О, смотри, слышу, падает. Хочешь, с ветки срывай. Хочешь, собирай. Они самые вкусные упали. Травка амортизировала. Самая спелая. Слышите, гулюшка поет, горлица. Она как раз в тех елках живет. В случае чего земля будет кормить. Разобьем огород. А так мне нравится. Вот как она есть, природная, натуральная степь. Вот здесь как раз она и есть. Растут такие же травы, как в степи. Немножко, конечно, их полят. Вернее, стригут. Запах от яблок. Березку посадили. Вон дубок растет. Груши. И хорошо, когда завтрак получается. Вот что-то одно ты ешь. Получается то, что надо. Ешь прямо с веточки. И сушим абрикосы. И так едим. Слышите, падает. Абрикосы, которые спелые, их слегка потянешь, они сразу же снимаются. А которые еще не поспели, хотя их можно есть, они еще так держатся. Пес Федор пришел. Он тоже иногда что-то поедает тут. Собака оказалась какая-то охотничья. Всю живность половила. Ежиков, чем мы очень недовольны.
сойку задрал. Ну и так далее по мелочам. Хорошо песику ходит, как по дикой степи. Если абрикосы есть только одни, ну можно довольно-таки много съесть. Но вообще-то много съесть не надо, потому что что-то успеет наш организм. Попробуем соседские. Гирька скучает. Елки ели. Черешня. Березка. Вот и орех. Грецкий. В случае чего я себе всегда наделаю тадикампа. А вот это знаменитый тадикамп, чтобы вы знали, как он выглядит. Да и наделал, используя орех восковой спелости. О! Поспел. Поспела смородина. Кстати, а вот там крыжовник. Вон он тоже поспел. Самое интересное, его собака любит есть. Собачка, собачка. Так. Это, можно сказать, средний двор. Слива зреет. Как созреет, будем есть. Груша зреет долго. Это тигра в засаде. Маки, дубок, супруга все его формирует, чтобы он вверх не тянулся так в стороны. Ну, эта елочка мне дети подарили, вот она тут растет, прижилась. Можжевельник. Кстати, скажу вам по секрету, вот этот двор, здесь сейчас никто не живет. И говорят, что тут фазаны себе лёжку устроили. Никто их тут не гоняет, и они живут припеваючи. Подпорная стенка. Сушатся яблоки. Интересно, трава, видите, как на свет потянулась. Так. Так. Видите, вся ветка улеплена абрикосами. Это нижний двор. Вишня. А скажи, скажи мне, вишня, от чего любовь не вышла? Ну что? А вот эти абрикосы, так как они растут на нашей стороне, наши. Наелся. Вот это и был мой завтрак. В лучших традициях строительства охраняет абрикосы крокодил Гена.